Хорошо, Мате. Стоп. Мате. Стоп. Значит, внимание сюда. Вот там. Там становится. Раз, два, три. И сюда становится вот эти три мальчика. Вот эти. Вот, вот сюда становится. В одну колонну. В одну колонну. Друг за друга. Так. Мы вдвоем, мы втроем. Еще раз. Михаила, ты хотя бы что-то делай, ты не просто стой. Что ты стоишь? Или делай, уходи отсюда нафиг. Да что, просить я буду, что ли? Пошли, двигаемся. Так, я позвоню вашим родителям и покажу, как вы работаете. Олеся, давай работай. Аккуратно делаем. Уйди отсюда. Куда ты бежишь?
Матея, ставим все туда. Так, Григорий. Два кувырка. Разогрели на инке. Долг. Пошел. Уно. Дой. Стоп. Два кувырка назад. И на пой. Да. Да. Стой. Так. Колесо. Мар. Целых две десятых.
есть? Нет. Выпусти. Вика, берешь его. Так. Раз, два, три, пять, шесть. Так. Сядь на. Да, можно. Вы взаем и идешь к нему. А сюда, ты же не хотел. А что вы это делаете?
я первый учитель. После этого у него еще было 4 учителя. То есть он занимался почти 18 лет. У него не было, то есть вот он когда тренировался у меня, я ему говорю, так, Сережа, 50 бросков под класс. Все, он сказал, есть, шел и делал. Я говорю, Сережа, что делаешь? Он тренировался так, разминка со всеми, отработка, после этого борьба, потом он шел отдыхать, пока вторая группа разминалась, где он выходил, делал там броски, там броски, там броски, боролся и уходил домой. Он не разговаривал о тренировках, он работал. Тут и вам, чем вы больше говорите, чем вы хуже. Христиан, ну вот здесь. Значит, сейчас вы будете бороться без бросков. То есть вы можете показывать заднюю подножку, но до конца не делать. То есть как бы это называется на японском языке рандори. Это игра в борьбу. То есть вы мягко берете захват, мягко заходите, как бы ими. Вот боксеры иногда стоят около зеркала. Раз, 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 раз. Так и здесь, берете захват. Раз показал сзади, потихоньку, он ушел. Он тебе показал через бедро, ты показал за цепь. То есть идет борьба без бросков, но рукой. Понятно? Арджуна, поехали. Так, не падай, не падай. Без бросков. Не, ну если хорошо зашел, то можно. Thank you.
телефон. То есть, партеры, бросок, тоже что со стойки, бросок, арункаря, шифт, осаикомер. То есть, это называется иммобилизатор. Да, осаикомер. Судья говорит, осаикомер. И про себя судья там за ковром считает, ну, до и три. У него секундомер есть. И пух, и считает. Тысячи секунд, ничего не говорят, тысячи это в Азаре, а 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15 это в Азаре. А до 10 секунд это Япон. Чистая победа. Дальше, что еще можно в партере делать? В партере можно делать пухоль. Болевой. На локтевой сустав, вот на этот сустав. И нельзя здесь ломать, за пальцы хватать. Крутить нельзя, только выпрямляем. Только выпрямляем и так делаем. И получается, что вот когда я его держу, он упирается, что выйти. Упирается. Вот. Я его беру руку и раз, видите, показываю болевой прием. Могу сделать вот так. Если он сгибает руку, могу поставить ее под ногу. Это болевой прием. Если болевой прием, болевой, то надо, он должен постучать 2-3 раза или кричать «Валео!» Кричать «Есть!» Если более того такие, как он, новички, судья имеет право, прямая рука, он сразу говорит «Мате!» и «Пом!» и «Ссора мате!» «Мате!» – это стоп, и «Пом!» – чистая победа, и «Ссора мате!» Это конец схватки. Хаджиме борется. Мате стоп. А в сторону мате. Это конец схватки. Все, схватка закончилась. Дальше, что у нас еще есть? А дальше у нас еще есть. А дальше у нас есть еще унижающий прием. Например, вот я живот выпал, да? Он ушел. Сели. Понятно.